Добрый день, мои дорогие львы. Я сейчас хочу сделать для вас прогноз на неделю. С 12, ух ты, по 18 февраля. Кто-то из львов, из девушек, женщин будет на этой неделе заниматься собой, своей красотой, покупать себе что-то, обновки какие-то делать. Так, итак, мои дорогие львы, смотрим вас. Работа. Что моим львам принесет эта неделя в работе? Так, остерегайтесь обмана, тумана, что касается работы, чтобы вас не обманули, не подставили. Так же само у кого-то есть работа в тайне, она не афишируется, она не оговаривается. Теневые достатки, как я говорю, да? Но опять-таки в работе, тут у меня глаз падает, остерегайтесь обмана, тумана, чтобы вас не обманули. В работе еще поступайте мудро, прислушайте своей интуиции, не спешите в чем-то, да? Так, у каждого ваша нож будет по-своему. Так, финансы для моих клиентов. А финансы вы ждете, вам должны выплатить, видать, вы ждете, но денежки придут, вот-вот уже придут. Так же самое, на эти финансы, которые вы ждете, вы уже построили планы. Они у вас уже распланированы, как я говорю. Так, здоровье для моих львов. Ну, по здоровью кто-то преодолел какие-то заболевания, вы эту всю гадость оставили и вошли, как я говорю, в новое, да, то есть организм ваш уже выздоровел, выздоравливает. Личная жизнь для моих львов. Будете принимать очень какое-то важное решение в своей личной жизни. Но вы как находитесь в каком-то тупике, но все равно вам придется этот выбор сделать. Социум для моих львов. Ну как? Вы не захотите ни с кем общаться, вы хотите побыть одна, один. Вот. Ну вот так вот. Вам как-то захочется а дальше, ну вот, я не хочу никого видеть, я хочу побыть одна, я хочу отдохнуть. Ну вот так вот у вас будет на этой неделе. Совет с моим львам на эту неделю. Обратите внимание, пожалуйста, на детей, у кого они есть. Вот, что-то там расспросите, как, что. Может, ваш ребенок стесняется вам о чем-то сказать. Ну, то есть вам нужно в совете, да, обрати внимание на детей, у кого они есть, еще раз повторяю, да, и побольше позитива в свою жизнь притягивайте, радости, добра. Чего не стоит делать моим львам на этой неделе? Ну, скажу так, коротко, тянуть резину. Зависать в чем-то, да, вот как-то паузу какую-то брать, она вам не нужна будет. То есть вам тут в личной жизни идет, вам нужно будет сделать правильный выбор. Вот поэтому вы не оттягиваете с этим выбором. Вот у каждого будет свой. Я не могу сказать на огромное количество людей одну фразу, да, потому что это будет бред сивой кобылы. Так что не зависайте, примите этот важный выбор, он от вас никуда не денется. Так, и чем порадует, обрадует моих львов эта неделя. У вас будет очень хороший шанс, возможность, что касается работы. Вот и поэтому прислушайтесь к своей интуиции, поступайте мудро, остерегайтесь обмана, тумана, да? И у вас будет очень хороший шанс, возможность чему-то новому. Только это по работе. По работе, за работу, да? С работой связано. Это хорошо. Но это вам пойдет в плюс. Это, знаете, как для вас, как для вашего самодовольства, самодостатка, успеха. Вот, и по финансам там потом будет неплохо. Вот если вы этим всем делом воспользуетесь, увидите этот шанс, да, старайтесь замечать, видите, если вы это не видите, нож пройдет мимо вас и все. Итак, мои дорогие львы, я сделала для вас прогноз на неделю с 12 по 18 февраля. Я желаю всем мира, добра, удачи, благополучия. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С уважением ко всем к вам, ваша Хазатарова. До свидания.